Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как сделать вот такое замечательное платьечко. Я вязала его на девочку на годик, на день рождения, но в принципе платьишко можно немножечко увеличить по длине, можно немножечко шире связать кокеточку, то есть его просто увеличить. По окружности шеи у меня 33 сантиметра, даже 34, если здесь взять вот эту вот нашу планочку для пуговичек. Вот, в принципе, платьюшко довольно-таки свободное на шейке, не слишком прям под горло. Вот, я сделала вот такую замечательную обвязочку горловины, то есть она придает такой вот нарядности, пикантности платьюшку. И по размерам обхвата вот здесь груди у меня где-то 47 сантиметров, плюс здесь еще ленточка немножечко подтягивает, то есть где-то, в принципе, 47 сантиметров. Вот, я вам сейчас скажу, сколько высота от горловины до вот этой проймы подмышки. У меня получается от обвязочки 11 сантиметров. То есть вот здесь вот эта линия реглана 11 сантиметров. Вот. Длину юбочки, я еще раз повторюсь, вы можете фиксировать. У меня вот такая вот длина, связанная по схемке. Вы можете еще довязать несколько рядочков вот таких вот веерочков до нужной длины. В принципе, слишком длинное оно не должно быть, так как оно связано в комплекте с панталончиками. Поэтому, если вы хотите просто связать платьечко без панталончиков, то, скорее всего, вам придется немножечко его увеличить. Итак, кому интересно и понравилось, присоединяйтесь, свяжем с вами вместе. Для вязания я буду использовать пряжу фирмы Yarn Art Begonia. Это мерсеризированный хлопок хорошего плотного кручения. Цвет у меня бледно-розовый 03-19, для тех, кому прям вот интересен этот цвет данный. Теперь крючком я буду вязать 1,75. Нам понадобятся ножнички, сантиметр и дополнительная фурнитура. Это пуговички для оформления планочки, застежечек наших. Затем нам понадобятся бусинки, ленточки. То есть все, что вам понадобится для оформления уже готового платьишка. Более подробно вы сможете посмотреть этой пряжи в отдельном видео. Ссылочку я оставлю в описании. Обязательно посмотрите. И мы начинаем вязать. Для начала нам нужно набрать цепочку из воздушных петель длиной в обхват шеи плюс 3 сантиметра для запаса обхвата, плюс где-то сантиметр полтора для обвязывания горловинки. Поэтому начинаем набирать первую петельку закрепительную и в нее цепочку из воздушных петель. Так как у меня 25,5, где-то 26 обхват шеи, плюс 3 сантиметра, это получается 29, и плюс сантиметр я оставлю для обвязывания горловины. То есть в пределах 30 сантиметров я буду набирать цепочку воздушных петелек, а затем я приложу эту цепочку к линеечке или к сантиметру и посмотрю, посчитаю количество, сколько у меня получилось именно количество воздушных петелек в цепочке. Я набрала цепочку из воздушных петелек, и общее количество петель у меня получилось 99 для моего размера. Теперь смотрите, я еще набрала одну воздушную петельку для того, чтобы уравнять число. И было кратное у нас 4. То есть 100 поделим на 4, оно кратное у нас. Получается 25 петелек. Это нужно нам для того, чтобы правильно распределить петельки на реглан для удобства. То есть на 4 поделить для реглана распределения нашу шею. Плюс нам нужно число кратное 4 для того, чтобы распределить именно правильно раппорт узорчика вот эти вот на регланные линии. Теперь смотрите, вот эти набранное количество петелек соединяем в круг и меряем на шею ребеночка. Если вам этого достаточно, то продолжаем вязать дальше. Смотрите, я свои 100 петелек набрала, плюс делаю 2 воздушные петли подъема. Накид и в четвертую петлю от крючка 1, 2, 3, 4 делаю столбик с одним накидом. Далее делаю накид и в следующую петлю вяжу столбик с одним накидом. Воздушная петля. Из этого состоит раппорт узорчика. 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли заменили первый столбик с накидом. Далее еще 2 столбика с накидом и воздушная петля. Вот они, кратные, как я вам уже говорила, 4. Вот они, наши 4 петельки уже заняты.
Далее делаем накид, пропускаем одну петлю снизу, так как сверху у нас воздушная петля. А во вторую петлю вяжем первый столбик, в следующую петлю второй столбик и в следующую петлю третий столбик. Снова делаем воздушную петлю. Вот он связан второй раппорт. 3 столбика, воздушная петля. Снова снизу пропускаем одну петельку, а начиная со второй вяжем 3 столбика с накидом подряд в каждую петельку по столбику. Первый столбик, в следующую петлю второй столбик, в следующую петлю третий столбик. Воздушная петля. И так мы будем вязать до конца ряда, чередуя 3 столбика, воздушная петля. Снизу пропускаем петелечку и снова вяжем 3 столбика, воздушная петля. Довязали до конца ряда, и у нас должна получиться вот такая вот первая, скажем так, первый ряд пружинка. Тянется она довольно-таки легко и состоит из 3 столбиков воздушная петля. То есть 3 столбика такая вот дырочка, 3 столбика дырочка или арочка из воздушной петли. Теперь нам нужно вот это количество петелек распределить равномерно на красивый наш регланчик. Для этого берем мы листик. Я беру маркер, чтобы вам видно было. Нужно распределить на такие части, как спинка, перед и 2 рукавчика. Вначале мы имели 100 петель. Если мы 100 поделим на 4 части, то получается по 25 петель. Но так как у нас раппорт узора составляет 4 петли, то каждая из частей должна еще делиться на 4. То есть, смотрите, 25 мы никак не поделим на 4, а вот 24 мы поделим на 4. Поэтому на рукавчике я убираю по одной петле и имею по 24 петли. То есть 24 делится на раппорт узора 4. Теперь на спинку и перед мы как бы должны тоже взять по четному количеству, которое делится на 4. Но обратите внимание, на спинке у нас еще будет планка для пуговичек. Поэтому на спинку мы возьмем тоже 24 петли по 12 на 2 части спинки. То есть 24 делим на 2. И каждая из частей 12 делится тоже на 4. Вот эта планочка у нас восполнит недостающие здесь петельки. Поэтому смело переносим по одной петле на перед. То есть спереди у нас будет тоже число делиться на 4, поэтому мы берем 28 петелек. То есть смотрите, мы наперед берем больше, чем на спинку на 4 петли, переносим каждую из этих петелек на перед. И в итоге мы имеем, что спереди у нас делится на 4, рукавчики делятся на 4 и 2 части спинки делятся на 4, при этом недостающие 4 петли у нас заменит планочка на спинке. Теперь смотрите, у нас вот здесь вот, если вы посмотрите, состоит раппорт из 4, я буду повторяться каждый раз, петелек из 3 столбиков воздушной петли, поэтому нам нужно распределить равномерно регланные линии, чтобы вмещалось все замечательно по рисунку. Поэтому мы будем первые, получается, регланную первую линию вязать через 12 петелек, а если быть досконально точно, то в 12. То есть смотрите, 4 петли составляют первый раппорт, затем 8 петель второй раппорт и 12 петель третий раппорт. То есть вот сюда, вот в эту петлю 12 мы будем вязать первый реглан. То есть смотрите, мы должны будем 2 раппорта связать, а третий это уже реглан. Затем начинаем отсчитывать рукавчик. 24 петли. То есть первые 4 петли, второй раппорт 8 петель, затем 12 петель, затем 16 петель, 20 петель и 24. То есть в 24-ю петлю вот здесь вот будет вторая линия реглана. И сейчас по ходу вязания я вам буду рассказывать, почему в каждую из вот этих вот петелек последнюю, то есть здесь 12-ю линию будет регланная линия, здесь 24-ю будет регланная линия. И теперь смотрите, в реглан я уже здесь нарисовала, будет всегда у нас вязаться 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. То есть в одну петельку мы будем вязать всегда в каждой регланной линии по 3 столбика, воздушная петля и 3 столбика, то есть 6 столбиков, разделенные по 3 воздушной петлей.
Это всегда у нас будет в каждом ряду реглана вот такие вот полосочки. И теперь начинаем вязать второй ряд, исходя из вот этой вот таблички. Мы связали первый ряд, теперь делаем 2 воздушные петли подъема. Они нам замещают первый столбик и одну воздушную петлю для арочки следующего ряда. Делаем поворот, накид и находим первую арочку из воздушной петельки. Вот она у нас. То есть после 3 столбиков первых идет воздушная петля. Прям под нее, не попадая в саму петлю, а под нее вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый столбик, сюда второй столбик и сюда третий столбик. Далее делаем воздушную петлю, накид и переходим в следующую арочку под воздушную петлю. Вяжем сюда тоже 3 столбика с одним накидом. Первый столбик, сюда второй и сюда третий. Воздушная петля. Теперь смотрите, если мы со спинки, с первой части, оставляли 12 петелек, то нам сейчас 12-ю нужно будет делать реглан. Поэтому отсчитываем снизу 3 столбика и воздушная петля. Первый раппорт 4 петли, далее второй раппорт 8 петель и третий раппорт 12 петель. То есть нам под следующую арочку нужно связать первую регланную линию. Делаем накид и регланную линию вяжем 3 столбика, воздушная петля и 3 столбика. Под саму арочку, под воздушную петельку, вводим крючок и вяжем 3 столбика с накидом. Первый, второй и третий. Одна воздушная петля и сюда же первый, второй и третий столбик с накидом. То есть вторую тройку столбиков. Вот такой вот у нас получился реглан. То есть как бы уголочек. Теперь делаем воздушную петлю и находим следующую арочку. В следующую арочку мы вяжем уже линию рукавчика. Поэтому вяжем 3 столбика с накидом под воздушную петельку. Первый раппорт воздушная петля довязываем. Снова под следующую арочку 3 столбика с накидом. Первый, второй и третий воздушная петля. Второй раппорт связали. Далее 3 столбика с накидом под следующую воздушную петлю. 1 столбик, 2 и 3. Воздушная петля. Третий раппорт связали. Под следующую, вот здесь вот воздушную петлю вяжем. 3 столбика с накидом. Воздушная петля. Четвертый раппорт. И под следующую, вот здесь вот воздушную петлю вяжем. Пятый раппорт. 3 столбика и воздушной петлей завершаем раппорт. Теперь считаем. Первые 4 петли раппорт, то есть первый раппорт 4. Далее второй 8, третий 12, четвертый 16 и далее идет у нас 20. А в следующую 24 петлю, вот она у нас воздушная, мы будем вязать вторую линию реглана. Поэтому делаем накид и в линию реглана вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Воздушная петля. И сюда же довязываем снова 3 столбика с одним накидом. 1 столбик, 2 и 3. То есть в шестую арочку снизу из воздушной петли мы связали вторую линию реглана. То есть получился второй вот такой уголочек. Вот он у нас рукавчик связан. Теперь у нас линия переда. 28 петелек на линии переда. Делаем от реглана воздушную петлю одну и переходим в ближайшую вот здесь вот арочку из воздушной петли. Вяжем первый раппорт, 3 столбика с накидом, воздушная петля. Делаем накид, переходим в следующую арочку из воздушной петли. Вяжем второй раппорт, 3 столбика, воздушная петля. Далее снова накид, переходим в третью арочку из воздушной петли, вяжем третий раппорт, 3 столбика, воздушная петля. Далее делаем накид в четвертую арочку, вяжем четвертый раппорт, 3 столбика, воздушная петля. В следующую переходим, пятый раппорт, вяжем 3 столбика, воздушная петля. Следующую переходим, получается уже шестую, вяжем 3 столбика, воздушная петля.
И в итоге имеем 6 связанных рапортов. Считаем. Первые 4 петли рапорт, далее 8, второй рапорт, 12, 16, 20, 24. Значит, следующую 28-ю вот здесь вот петельку воздушную мы будем вязать уже линию реглана. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Воздушная петля. И еще сюда же 3 столбика. 1, 2 и 3. Воздушная петля. То есть, смотрите, мы связали с вами линию переда. Переходим снова к рукавчику. Вяжем первый рапорт. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Воздушная петля. В следующую арочку из воздушной петли переходим. 3 столбика. Воздушная петля. В следующую арочку переходим. 3 столбика. Воздушная петля. И в следующую арочку переходим. 3 столбика, воздушная петля. 1, 2, 3. Воздушная петля. И еще раз довязываем последнюю арочку. 3 столбика, воздушная петля. 1, 2, 3. И теперь, просчитав, если первый рапорт 4 петли, далее второй 8, 12, 16, 20, то значит следующую арочку, 24-ю петлю, вот здесь вот мы вяжем регланную линию. 3 столбика с накидом, воздушная петля и 3 столбика с накидом сюда же. 1, 2, 3, воздушная петля и 1, 2, 3 сюда же. Воздушная петля. Довязываем 2 арочки по нашему рапорту. 3 столбика, 1 воздушная петля. Снова переходим в следующую арочку. Второй рапорт получается. 3 столбика, воздушная петля. И завершаем ряд во вторую петлю подъема. Вот здесь вот в третью петельку. Вяжем столбик с одним накидом. Как бы завершаем второй ряд. И что мы имеем в конце второго ряда? Смотрите, мы связали первую часть спинки, 12 петелек, и в 12 петельку связали реглан. То есть связали, получается, 2 рапорта сверху и связали реглан в третий рапорт. Снова 1, 2, 3, 4, 5 рапортов связали на рукавчик, 6 связали реглан. Теперь переходим на перед. Первый рапорт, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, в седьмой связали реглан. На второй рукавчик переходим. Первый рапорт, второй, третий, четвертый, пятый, в шестой связали реглан. И закончили вторую часть спинки, как и начали, двумя рапортами. И в конце сделали столбик с одним накидом для того, чтобы завершить второй ряд. Теперь делаем 2 воздушные петли подъема, поворачиваем на третий ряд. Накид. И вот под эту воздушную петлю предыдущего ряда вяжем 2 столбика с одним накидом. Первый столбик и сюда же второй. Воздушная петля. То есть воздушные петли нам заменили 1 столбик и довязали еще 2 столбика. Как бы получается, в первую арочку из воздушной петли мы связали 3 столбика. Воздушная петля завершила первый рапорт. Далее находим следующую петлю и вяжем под нее 3 столбика, воздушная петля. 1, 2, 3, воздушная петля. И у нас перед регланной линией еще вот он один рапорт. Воздушная петля. Довязываем в нее 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И воздушная петля. У нас идет дальше регланная линия. Вот она между 3 столбиками первыми и 3 вторыми. Воздушная петля. В нее вяжем, как и в регланную линию, каждую последующую. 3 столбика с накидом. Воздушная петля. И 3 столбика с накидом сюда же, под эту же дырочку, арочку, вот эту вот воздушную петлю. 1, 2, 3. И обязательно отделяем воздушной петлей. Вот он получился у нас начало третьего ряда. Снова в каждую последующую воздушную петлю, в каждую последующую арочку мы вяжем по рапорту. Дойдя до регланной линии, вяжем в регланную линию 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика.
Вяжем под первую арочку от реглана 3 столбика с накидом, воздушная петля. 3 столбика с накидом, переходим в следующую арочку, воздушная петля. 3 столбика с накидом, воздушная петля. И так вяжем до конца этого ряда, чередуя каждую арочку из воздушной петли предыдущего ряда по рапорту. А в регланную линию вяжем 3 столбика, 1 воздушная петля и 3 столбика сюда же под воздушную петлю, 1 реглану. Тем самым у нас увеличивается количество рапортов с каждым последующим рядом. И получается, увеличивается наша кокеточка, расширяя рукавчик перед и спинку в разные стороны от уголочков. Дошли до следующей регланной линии, под нее вяжем 3 столбика. 1, 2 и 3 воздушная петля и 3 столбика сюда же. И снова переходим воздушной петлей под следующую арочку из воздушной петли и вяжем последующие рапорты. Вот так вяжем до конца третьего ряда. В арочку воздушной петли вяжем реглан 3 столбика, 1 воздушная петля, 3 столбика, а в каждую из воздушных петелек между регланом вяжем по рапорту 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика, воздушная петля. Связали последний рапорт из 3 столбиков воздушная петля, затем делаем накид, и у нас остались 3 воздушные петли. Мы под первую петельку вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И затем мы переходим уже в начало четвертого ряда. Делаем 3 воздушные петли подъема и переходим на четвертый ряд. Делаем накид и переходим в первую вот эту арочку. Вяжем, как всегда, 3 столбика, воздушная петля. И в каждом последующем ряду мы будем начинать там, где у нас 3 воздушные петли подъема, под них вяжем в конце ряда 3 столбика. А там, где у нас будет заканчиваться, вот так смотрите, как с этой стороны, 3 столбика с накидом в конце, затем воздушная петля и столбик вот сюда вот во вторую петлю подъема. То есть в конце этого ряда у нас будет, получается, всего лишь один столбик завершаться. Таким образом, у нас с каждым последующим рядом расширяется линия переда, линия рукавчика, линия спинки и так далее. Вот такого увеличения нам нужно провязать 12 рядочков. То есть вместе с вами мы провязали 3 рядочка, начали 4. И еще довязываем, получается, 8 рядочков самостоятельно, для того, чтобы расширить нам до нужной ширины рукавчики и линию переда со спинкой, то есть обхват груди. Довязав до конца четвертый ряд, мы связали последний рапорт из 3 столбиков воздушная петля, делаем накид и во вторую петлю подъема вяжем столбик с одним накидом. Далее каждый последующий ряд мы начинаем из 2 воздушных петелек. И если здесь у нас идет сразу же вот такая вот дырочка, арочка из воздушной петли, то мы вяжем 2 петли подъема и еще 2 столбика с накидом, переходя в следующую арочку воздушной петлей. А если же у вас, как здесь получается, сразу в предыдущем ряду был связан рапорт, то есть из 3 столбика воздушная петля, то мы делаем 2 воздушные петли подъема и 1 воздушную петлю для перехода в ближайшую арочку. Не забывайте, что там, где у нас 3 столбика сразу, то мы делаем 3 воздушные петли, то есть 2 воздушные петли подъема и воздушную петлю для арочки в следующем ряду. А если же, как вот здесь, вот у нас получается, сделали в конце, после рапорта, столбик с накидом, то при повороте у вас 2 воздушные петли подъема и довязываем сразу же рапорт из 2 столбиков воздушная петля. То есть как бы довязываем с 2 воздушными петлями полный рапорт. Я думаю, что здесь вы справитесь самостоятельно, поэтому вяжем кокеточку до нужной высоты. Итак, мы связали 12 рядочков, и если соединим мы 2 стороны спинки, то есть там, где у нас должна быть планочка, у нас получается вот такой вот не совсем стандартный, но квадратик.
Теперь смотрите, 12-й последний ряд — это изнаночный ряд. Просчитаем сначала 1-й, 2-й ряд, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й. Все, 12 рядочков связаны. И теперь смотрите, мы должны вывернуть на лицевую сторону наше вязание. Снизу у нас изнанка переда, сверху изнанка спинки. Поэтому вот так вот складываем, кладем на перед спинку, и у нас получается лицевая сторона кокетки. И если мы соединим вот здесь вот рукавчики с двух сторон, то у нас недостающие сантиметры, как я вам уже говорила, разница переда и спинки. Здесь у нас будет вязаться планочка. И если мы соединим вот здесь рукавчики, можете вот так вот измерить, сколько у вас должна быть высота проймы. Если здесь достаточно для рукавчика места, то есть для ручки вашей в рукавчике, то мы сейчас продолжим делать кокеточку дальше. Если же мало, либо в обхвате груди между рукавчиками у вас мало полуобхвата данного для вашего размера, то можете довязать еще один, а то и два ряда. Мне 12 рядочков достаточно, и я снова поворачиваю вязание на конец 12 провязанного ряда кокетки. Теперь мы должны на данном этапе обработать планочку. Так как эта сторона у нас, если положить вот так вот, должна быть с петельками, то вот это с пуговичками. Поэтому на данном этапе мы сейчас сделаем планочку с петельками, а затем плавно перейдем на планочку там, где будут пришиваться пуговки. Итак, находим боковую вот эту часть, и здесь у нас провязан последний столбик с накидом, поэтому мы прям вводим крючок под этот столбик и вяжем 3 столбика без накида под него. Первый, второй столбик и третий. Не обязательно попадать в петельки, а просто вяжите под последний столбик, либо под петли подъема. Под петли подъема мы будем вязать 2 столбика без накида. Провязываем 2 столбика, то есть получается 5 столбиков без накида. Снова у нас столбик с одним накидом, вяжем 2 столбика без накида. 2 петли подъема мы вяжем сюда, 2 столбика без накида. Снова столбик с накидом, мы вяжем 2 столбика без накида под него. 2 петли подъема над каждой петелькой по столбику. То есть мы вяжем, получается, по 2 столбика без накида под петли подъема и под столбик с накидом боковой, поднимаясь плавно к самой нашей верхушечке. Вот здесь вот, верхушки первого ряда кокетки. И вот они, наши первые 2 петли подъема. Мы довязываем под них 2 столбика без накида. Вот мы провязали, получается, планочку вверх. Теперь делаем 1 петлю подъема и поворачиваем вязание. Будем спускаться таким же путем, как мы поднимались вниз. Вяжем в каждую петельку по одному столбику без накида, не пропуская ни одной петли, вяжем просто в каждую петельку по одному столбику. То есть сейчас спускаемся на первый столбик без накида вот в этой планочке. Довязали второй ряд столбиков без накида, и у меня из 26 столбиков без накида в третьем ряду нужно связать 3 петельки. Хотите, можете сделать 5 петелек, 4, но у меня будет такой вот стандарт. Для начала нам нужно их распределить на планки. То есть, смотрите, если посмотреть на нашу кокеточку, вот они, наши дырочки, там, где мы вязали столбики с одним накидом в конце или петли подъема, у нас вот такие вот образованные дырочки. Вот по этим дырочкам я буду ориентироваться. Я сначала, если мы положим кокеточку шеей вперед, вот так вот, верхушку, то начиная с верхней петельки я буду располагать, смотрите, напротив первой дырочки первая петелька, вторую я пропущу напротив третьей дырочки вторая петелька, четвертую пропущу, напротив пятой я распределю третью петельку для пуговички. То есть вот так вот, пятая, третья и первая. Это если вот так вот положить сверху вниз. Поэтому делаем петлю подъема и смотрим там, где у нас располагается пятая дырочка кокетки. Вот она у меня. Я начинаю вязать с первого столбика по столбику без накида. Первый, второй столбик и третий. Далее смотрю, у нас начинается дырочка
Поэтому я делаю 4 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4. Пропускаю 4 петельки и в пятую вяжу столбик без накида. Вот такая петелька у меня получается. Если вам ее достаточно для размера вашей пуговички, если вы не купили еще пуговички, просто замечательно. Будете ориентироваться на эту петельку из 4 воздушных петелек. И вместо них мы снизу пропустили 4 столбика без накида предыдущего ряда. Далее до следующей третьей дырочки мы вяжем столбики без накида. Один столбик я вяжу, второй, третий и четвертый. То есть получается от петельки я провязала 5 столбиков, так как первый у нас был закрепительный для петельки. Снова вяжу 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Пропускаю снизу 4 петельки и в пятую вяжу столбик без накида. Вторая петелька наша готова. Далее вяжу еще 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Получается у меня между петельками по 5 столбиков без накида провязаны. И снова вяжу 4 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4. Пропускаю 4 петли. И в последний столбик без накида вяжу последний в этом ряду столбик без накида. И закрепляю, получается, третью петельку. Вот они, мои 3 петли готовы через равное количество столбиков. Вы можете на свое количество просчитать свои петельки. Если вы 4 делаете, соответственно, меньше петелек здесь пропускаете. К примеру, не 5, а 4, а то и 3. Теперь делаем воздушную петлю подъема и поворачиваем на наш четвертый ряд. Четвертый ряд планочки мы будем вязать в каждую петельку по столбику. Поэтому начинаем с первого столбика предыдущего ряда. Вяжем в него столбик без накида. Затем у нас идут 4 воздушные петли. Мы под них, не вводя в каждую петлю, а под них просто отсчитываем и вяжем 5 столбиков без накида. Первый столбик, далее второй, третий и четвертый. Провязали 4 столбика без накида и дальше в каждый из 5 столбиков в предыдущем ряду мы вяжем в этом ряду по одному столбику. Первый, второй столбик, третий, четвертый и пятый. Теперь снова у нас 4 воздушные петли, мы под них вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Снова подошли к нашим 5 столбикам предыдущего ряда, вяжем над каждым из 5 столбиков по столбику без накида в этом ряду. Третий столбик, четвертый и последний, пятый. Далее снова 4 воздушные петли вяжем по одному столбику без накида над каждой петлей. То есть 4 столбика без накида. И до конца ряда у нас остается 3 петельки. Вяжем в каждую петельку по одному столбику. Один, второй столбик. И в последнюю петлю, последний третий столбик. Связали до конца ряда, обвязали наши петельки. И для того, чтобы уравнять максимально вот эту сторону, мы еще раз делаем воздушную петлю подъема и провяжем этот ряд. Дойдя до начального ряда первого, вяжем в каждую петельку по столбику, не пропуская ни одной петли, абсолютно в каждую петельку вяжем по одному столбику без накида до конца, то есть до верхушки нашей планочки с петельками. Довязали до конца ряда пятый ряд планочки. И теперь нам нужно плавно перейти на вторую сторону, чтобы обвязать вторую сторону планочки. Поэтому мы сейчас в каждую петельку будем вязать по столбику без накида. Там, где у нас воздушные петли, промежутки, мы вяжем прям под саму петельку столбик без накида. А там, где у нас 3 столбика, мы над каждым столбиком с накидом вяжем столбик без накида. То есть сейчас мы вяжем последнюю петелечку, там, где у нас провязан последний столбик пятого ряда столбиков без накида. Мы довязываем сюда еще 2 столбика без накида. Тем самым делаем красивый поворотик. И теперь в каждую петельку каждого ряда мы будем вязать по столбику без накида. То есть мы вводим крючок вот так вот. В каждую петельку. Над столбиками мы вяжем по столбику без накида. 1, 2
и 3. А над воздушной петлей мы вяжем тоже столбик без накида, вводя не в воздушную петлю, а под нее. То есть вам так будет проще. И уравниваем ряд вот так вот до самого-самого конца, до начала вот этой боковой линии планочки. Довязали по горловине столбики без накида. Посмотрите, как красиво у нас уравнялась, получилась красивая горловинка. И теперь мы дошли до второй планочки. Вторую планочку мы будем вязать, как и первую, 5 рядочков столбиков без накида, но при этом не будем делать петельки для пуговичек. Поэтому в последний столбик, вот сюда вот довязанный столбиков без накида ряд, мы вяжем еще 2 столбика без накида в эту же петельку. Параллельно я буду завязывать вот эту ниточку, которая у нас осталась при наборе начальных петелек, цепочки из воздушных петелек. И теперь нам нужно будет по вот этому краю набрать, точно так же, как и в прошлом, вот здесь вот в первом ряду, планочки, 26 петелек. Но при этом у нас еще будет сверху здесь 27-я, одна петелька поворота. То есть у нас будет здесь по этой стороне 27 петелек по краю. То есть 5 рядочков по 27, а не 26 петелек. Почему? Потому что если мы сделаем 26 петелек, то у нас будут планочки не соотношения по размерам, так как здесь была довязана вот здесь вот в верхушечке лишняя петелечка, то есть лишний ряд столбиков без накида, значит здесь уже добавилось по длине еще один ряд, еще одна петелька. Поэтому здесь по всему периметру набираем 26 петелек, при том, что первая будет 27 петля, вот она, петля поворота. Вот. То есть 2 петли мы будем вязать столбиками без накида, это петли поворота. Дальше мы вяжем под каждые 2 петли подъема и каждый столбик с накидом по 2 столбика без накида. То есть под первый столбик без накида мы будем 2 петельки вязать, под 2 столбика вязать, под столбик с накидом будем 2 столбика вязать без накида, снова петли подъема, под них вяжем 2 столбика без накида, столбик с накидом вяжем 2 столбика без накида и так далее. То есть до конца этого ряда довязываем, и получается у нас в итоге с петлями поворота 27 столбиков без накида, которые мы должны провязать 5 рядочков в высоту, то есть ширину планочки, там, где мы будем пришивать пуговицы. Вторая планочка для пуговичек наша довязана, и нам сейчас остается лишь только вот так вот положить там, где у нас планочка с петельками, на ту планочку, где у нас будут пуговички, вот так друг на дружку, совпадает все по размерам, и тогда выворачиваем вот так вот наше вязание на изнаночную сторону, придерживаем, чтобы планочка была там, где петельки сверху, а та, которая пустая, вот это для пуговичек снизу. И теперь смотрите, нам нужно соединительными столбиками максимально идеально ровно соединить две планочки между собой. Я вот так вот вытаскиваю сначала эту петельку с уголка одного на уголок второй. И затем буду делать соединительные петельки в каждую петлю сверху. То есть вот таким вот образом я нахожу сначала одну сторону уголок, потом вторую, затем в следующий ряд петельку со вторым, третий с третьим, четвертый с четвертым и так далее. Просто соединительными столбиками соединяю вот эти две стороны. Там, где у нас планочки, они должны быть максимально ровно соединены между собой, для того, чтобы не было никакого искажения. И вот так вот последняя петелька, уголочек, соединяем с уголочком на второй стороне второй планочки. Вот так. И теперь выворачиваем на лицевую сторону. Посмотрите, что у нас получилось. У нас получилось соединены две планочки. Вот. В серединке вот такое у нас соединение, снаружи вот такое. И обратите внимание, что это отверстие должно хорошо одеваться на голову ребенку. То есть это отверстие, которое у нас будет уже замкнутое в круг. Вот так вот.
То есть здесь проходить должна голова ребенка очень даже хорошо. Вот. И теперь мы должны будем вот так вот еще раз сделать соединение где-нибудь вот здесь, чтобы закрепить ниточку. И еще раз тот же уголочек. И нам нужно эту ниточку просто отрезать. Она нам больше не нужна. Ее нужно будет спрятать либо в планочку, либо по ходу последующего вязания. То есть нам на этом этапе нужно отрезать вот эту ниточку. Ниточку отрезали и спрятали, и теперь поворачиваем к себе лицевой стороной вверх. То есть там, где у нас петельки, у нас будет вверх. Теперь смотрите, ту ниточку, которую мы отрезали, будем прикреплять с боковой стеночки. Вот здесь вот с лицевой стороны сначала спинки. Делаем начальную петельку закрепительную. И теперь находим воздушную петлю в нашем вот здесь вот регланчике. И прям в воздушную петлю вводим вот эту ниточку. Краешек ниточки нам нужно будет вот этот спрятать. Это вы сможете сделать где в иголочку эту ниточку, либо же по ходу вязания. Но по ходу вязания здесь будет не совсем удобно, так как здесь вязание будет продолжаться вот такое вот ячеечками, то есть тремя столбиками воздушная петля, как мы вязали до этого. Итак, вставили нашу начальную петельку. Теперь делаем 3 воздушные петли подъема. Накид и переходим сразу же вот в эту первую арочку под воздушную петлю. Вяжем 3 столбика с одним накидом сюда. Один столбик, далее второй столбик и третий столбик. Воздушная петля. Переходим под следующую арочку. Первый столбик вяжем, второй и третий столбик. То есть продолжаем вязать, воздушная петля, продолжаем вязать, как вязали до этого нашу кокеточку. Итак, нам нужно связать под каждую арочку по 3 столбика с накидом воздушная петля для перехода в следующую арочку. Снова 3 столбика, воздушная петля. То есть нам сейчас нужно связать небольшой росточек, так как платьишко у меня больше, чем на 9 месяцев, то мы сейчас вот таким образом немножечко сделаем росток на спинке, буквально в 2 рядочка. Можно было бы в 3 рядочка сделать, то есть это было бы тоже нормально, но нам нужно четное количество вот этих вот из 3 столбиков воздушная петля. Должно быть четное количество. Если мы сделаем 3 рядочка, то у нас будет не четное количество. А именно после второго ряда, я так подсчитала, я думаю, что будет четное. Мы еще раз пересчитаем после того, когда вяжем второй ряд. Итак, вот она следующая арочка. Мы переходим в нее воздушной петелькой. Вяжем, это последняя арочка перед планкой. В нее 3 столбика воздушная петля. И я предлагаю, чтобы не пропускать, скажем, вот это расстояние планки, я предлагаю вот найти серединку, то есть между двумя первыми рядами и двумя последними рядами, вот третий ряд средний, в него связать 3 столбика с одним накидом, то есть добавить один раппорт, вот этот один элемент из 3 столбиков с накидом и воздушная петля. Далее переходим воздушной петлей в следующую арочку, и в нее продолжаем вязать, как всегда, 3 столбика и далее воздушная петля для перехода арочки. И вот вы сейчас увидите, что благодаря вот этим 3 столбикам, которые мы добавили, получается вот такой замечательный переход. Здесь нет ничего лишнего, и получается, вот как бы еще раз закрепили планочку. То есть благодаря вот этим 3 столбикам мы еще раз плотненько закрепили планку. Вот такой вид с изнаночной стороны, вот такой вид с лицевой стороны. И продолжаем вязать до конца ряда во все арочки по 3 столбика с переходом воздушная петелька между. Довязали в последнюю арочку 3 столбика, сделали воздушную петлю и под воздушную петлю реглана между первыми 3 столбиками и вторыми вяжем 1 столбик с одним накидом. Таким образом завершили ряд, делаем 2 воздушные петли. Поворачиваем на вторую сторону, на изнаночную сторону наше вязание
И довязываем еще под вот эту арочку 2 столбика с одним накидом. Далее снова продолжаем вязать воздушная петля, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. Здесь уже без изменения, ничего не добавляем, поэтому довязываем до конца этого ряда спинки. Второй ряд росточка, без изменения, все вяжем по рисунку. В каждую арочку из воздушной петли вяжем 3 столбика и для перехода в следующую воздушная петля. Довязали второй ряд росточка, при этом я закончила варочку вот эту из воздушной петли, провязала 2 столбика с накидом и во вторую петлю подъема 3 столбик с накидом. То есть как бы я завершила ряд точно так же, как начинала, и здесь из 2 воздушных петель подъема. Два ряда росточка связаны и теперь поворачиваем к себе вот так вот на лицевую сторону. То есть я сворачиваю, у меня петельки сверху находятся. И благодаря росточку у нас, посмотрите, немножечко задняя часть выше, чем передняя. Так и должно быть. Теперь смотрите, перед тем, как соединять рукавчики и вязание в круговую, нам нужно соединить вот так вот пальчиками, придерживая между собой два реглана, можно так сказать, две регланные линии условные. На одной у нас регланная линия есть в стороне, а на второй вот он уголочек наш. И посмотреть, вмещается ли сюда детская ручка, ничего не жмет, если отлично, мы начинаем соединение. Если же вам не хватает такого вот небольшого расстояния, то можете смело довязывать росточек еще на 2 ряда вверх. То есть ничего страшного не будет, но при этом увеличится рукавчик на где-то в сантиметра 1,5-2 смело. Итак, в общем, точно так же соединив 2 рукавчика, посмотрите, достаточно ли полуобхват груди, для того, чтобы здесь вместилось детское тело, грудочка. Если все отлично, то продолжаем делать соединение. Находим на регланной линии воздушную петлю, вот она наша регланная линия, посередине 3 столбиков первых и вторых. Вводим в нее крючок, затем подтягиваем последнюю петельку связанного ряда, рабочую, и пропускаем сквозь воздушную петлю на второй стороне. То есть вот таким вот образом соединяем наши две стороны регланные рукавчиком. Подтягиваем хорошо петельку, затем находим первые наши 3 столбика вот здесь вот с одним накидом. И переходим соединительным столбиком над вторым столбиком предыдущего ряда. И сейчас мы будем вязать те же 3 столбика с накидом, но при этом вводим крючок сначала в воздушную петлю под нее, а затем под вторую петлю, вот так вот. И еще раз вяжем соединительный столбик. Вот таким вот образом. Теперь делаем 2 воздушные петли подъема, накид, и сквозь воздушную петлю и вторую петлю вот здесь, вот с этой стороны, вяжем еще 2 столбика с одним накидом, сюда же. Вот так. Делаем воздушную петлю. И находим следующие 3 столбика. Над вторым столбиком, над средним столбиком, вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый столбик, сюда же второй столбик и сюда же третий. Снова воздушная петля. Находим над следующими 3 столбиками второй столбик, средний. В него вяжем 3 столбика и делаем привычную нашу воздушную петлю. То есть как бы фактически мы продолжаем вязать то же самое, что мы делали. Но при этом мы сместили не под арочку вяжем 3 столбика, а над 3 столбиками предыдущего ряда 3 столбика в этом ряду. Над воздушной петлей воздушная петля. То есть вот так вот. И первый столбик, связанный из 3 столбиков, у нас прям вот здесь вот под рукавчиком. Теперь продолжаем вязать по 3 столбика над средней петелькой из 3 столбиков предыдущего ряда. А между 3 столбиками первыми и вторыми, как всегда, воздушная петля. И вот так вот нам нужно провязать до перехода на следующий рукавчик. Вот так, воздушная петля. Снова над 2 столбиком предыдущего ряда, над средним столбиком из 3, вяжем 3 столбика в этом ряду. И воздушная петля. Вот так вот над 3 столбиками вяжем 3 столбика, над 3 столбиками вяжем 3 столбика, над воздушной петлей воздушная петля. Вот так нам нужно провязать до конца этого ряда, то есть вот здесь вот
мы будем уже соединять второй рукавчик. Связали предпоследний раппорт из трех столбиков, средний столбик предыдущего ряда, делаем воздушную петлю, и здесь у нас остались 3 столбика с одним накидом. Теперь точно так же, аналогично первой стороне, смотрим. У нас первая накладывается на вторую сторону, то есть лицевая сторона, там где у нас реглан, накладывается на заднюю сторону. Точно так же и здесь, на заднюю сторону, вот так вот налаживаем наш реглан передний. И вот таким вот образом мы будем делать соединение. Но при этом, обратите внимание, мы делаем накид и ищем над вторым столбиком петельку. Вот она у нас. Поэтому вводим крючок в реглан, делаем накид, вводим крючок в реглан под петельку. Затем вводим крючок во вторую петельку снизу, нижней стороны, вот она угловая петелька. И вяжем сюда 3 столбика с одним накидом. Вот так вот. Делаем воздушную петлю и поворачиваем к себе, смотрим. У нас передняя часть, так как и с этой стороны, так и с другой стороны, главное передняя. То есть мы как бы из передней наверх выкладываем вот так вот 3 столбика и продолжаем вязать переднюю сторону. То есть вот так вот. Переднюю сторону мы продолжаем вязать точно так же, как и вязали сзади. Над тремя столбиками, над средним столбиком из трех вяжем 3 столбика. При этом делаем воздушную петлю между каждыми тремя столбиками. И столбики вяжем над столбиками, воздушные петли вяжем над воздушными петлями предыдущего ряда. То есть я думаю, что здесь вопросов тоже не должно возникнуть, поэтому вяжем так вот до конца ряда. Столбики над столбиками, а точнее 3 столбика в средний столбик из 3 во второй. И делаем воздушную петлю между столбиками. Вот так вот довязываем полностью переднюю сторону. И встретимся уже на окончании этого ряда. Довязываем и над последними. Вот здесь вот тремя столбиками с накидом предыдущего ряда, в средний 3 столбика с накидом в этом ряду. 1, 2, 3. Далее воздушная промежуточная петля. И во вторую петлю подъема, вот здесь вот первого столбика, вяжем соединительный столбик. Привытягиваем петельку и смотрим, что у нас получилось. С задней стороны у нас получилось вот такой вот замечательный вид соединения кокеточки. С передней стороны у нас тоже получилось замечательный переход, вот такой вот. Это у нас связан промежуточный ряд между кокеткой и юбочкой. То есть, смотрите, над тремя столбиками 3 столбика, над воздушной петлей воздушная петля. Вот такой вот промежуточный ряд. И теперь для перехода на юбочку очень важно, обратите внимание, что это очень важно, чтобы вот этих раппортов из трех столбиков и воздушная петля, то есть веерочков и арочек вот этих вот, было четное количество. То есть смотрите, вот первый веерочек из трех столбиков, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. Далее 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 и 36. У меня их 36, то есть все правильно, четное количество должно быть. Четное количество. Возможно, у вас будет 34, 38 и так далее. То есть число должно ваше вот этих веерочков из трех столбиков делиться на 2. Это очень важно в вывязывании юбочки нашего узорчика. Поэтому кокеточка завершена. И до встречи во второй части, где мы с вами продолжим вязать юбочку.